Я беременную Полёсе сделаю. Волки. Вы готовы? 3, 2, 1, 0. Вы догнали Крабка Ксю. У нас будет сегодня 3 маркер челлендж. Мы будем сегодня разукрашивать Полясю. Да, фломастерами. Вот такая у нас Поляся есть. Давай, переворачивай. И есть фломастеры, да? Как всегда, фломастеры. Кто будет первым выбирать 3 фломастера? Ты будешь первым. Я буду? Ну хорошо, я отворачиваюсь. Стой, она перемешать. Ну да. Я выберу 3 фломастера. И такие цвета, которые мне попадутся, я должна буду разукрасить Полясю. Давай. Раз. 3. Ужасные цвета не попались. Ну что ж, у меня будет таких цветов. Черный и коричневый. У тебя будет гнилое яйцо. Походу будет реально такое. В общем, у меня будет в основном, наверное, желтая Поляся, чтобы она была яркая. Ну что, теперь да. Решаю. Ты не смотри. Я не смотри. А, ну да, давай. Так, не, давай дальше выбирать. Это что за цвет такой? А белый? А так он вообще не рисует. Он вообще не рисует? Он вообще... Давайте переговорим. Ладно, пускай перетягивает. Давай, я убираю. Подожди, ты посмотри. Ну я, Ксюша, видела, что ты посмотрела. Ладно, значит, я еще не мешаю. Ну ладно, будет тебе красно-розовая. Ладно, Поляся почти такого же цвета, вот у меня будет проблема. Белый убираем. Итак, теперь будем начинать разукрашивать. А потом в конце выберите в комментариях, у кого из нас получилась самая красивая Поляся. Но я не буду настоящее мое воображение, а не настоящая Поляся, как бомбистик настоящий. Я просто буду по воображению. Я сначала свечку буду начинать. Я буду свечкой тогда. Это легко как-то. Я придумала. Вроде замотали тебе его. Давай вторую руку. Теперь я беру эту заматывайте Леня. Легко. Нормально. Я себя инвалидом чувствую. Ой, так хорошо, что мы хоть не на время. Угу. Я не могу разукрашивать. Так тяжело. Это легко. Ребенком чувствую. Он какой-то сильно. Подожди, может это лучше рисуется. Будет у меня, короче, клякса какая-то. У меня красивее. Ой, что это? Это хорошо рисует. Ну, что-то как-то заедает. Это будет разноцветная. Желтая Поляся. Только не садитесь, что мне красиво рисует. А надо постараться, надо постараться. Какой-то у меня скребячий. Правильно, легко рисовать. Нормальными пальчиками. А такими, как у нас сейчас, нет. Вот что значит без большого пальца. Очень нужна эта часть организма. Да, это же вот так бы разукрашивали в микросе. Да, именно только разукрашивали. Так, будем тоже разукрасить. Как разукрашивать? Разукрашивай коричневый, не стесняйся. А я оставляю для коричневого другие места. Вот это коричневый. Чуть-чуть желтенький. Так, это теперь надо что-то еще. Где у тебя такие точковые? А чего? Это мое воображение. И вот у тебя будет станы. У меня станы, это гнездо. У меня все эти фломастеры начинают плохо писать. Какие-то фломастеры дешевые, наверное. Разные, они уже давно у тебя просто. Да. Ты уже их исписала. Я вот этот помню черный. Я с ним много прожила. Но он еще хорошо пишет. Много прожила. Эти маркер челленджи. У меня какой-то древний. Скажи. Первобытный мир. Первобытный мир. У меня Поляся из первобытного мира. А у меня современная 2018-го. Что я в то
елочку такая крутая. У тебя это модная у тебя. Ты куда это? У тебя нет коричневого. Ну, Ксюша. Черный делай. У тебя красный вообще-то, по-моему, да, есть? Ну, вот этот край. А, чего? А, я просто я неправильно вижу. А я думала, это красный. А тебя, кажется, ты чего? У меня похож на фиолетовый, если рассмотреть. Мне не повезло. Фиолетовый. Цвета хоть. Ага, вот так рисовать. Ой. А ты как рисуешь? Ты левую хочешь? Да, я решила. Надо было садиться по-другому. Чего неудобно. Ну, Лена. Серёга, будешь семью. Ксения, не мешай. А ты сама, Аня, ду-ду-ду сделала. Ты мне и так уже вон это за жижу спрятала. И за выжалку. Чё ты сделала? Зря я сделала эти полосы. Почему? Интересно смотрится. Я беременную поляси сделаю. Как? А что, нельзя что ли? Тут воображение идет. С головы. Что, нельзя? Я не могу никак сделать веточки красивые. Легко. И здесь еще черненького добавить. Все, теперь живот рисуем. Поляси беременная. Так, у меня яйца остались только вверху. А, нет, еще ноги. Ой, так. Нога осталась. Животик. Вот, смотри. Это что? Беременная поле. Еще вот эту лупу нарисует. Одну ботиночку. Так, не знаю, что еще, что еще. Ешь одна нога. О! Первобытная у меня поляса. И еще осталось только яички, два яичка. А я красиво сделал. Еще же есть время порисовать. Так что я вот так сделаю. Обведу это все. Ну и это не буду начинать. У меня иногда кривовато будет. Смотри. Смотри. Огонь. Пламя розовое прям. Так. У меня все так подходит. Сейчас напишу. Волки. Дровишки. Дровишки. Я знаю, жижу рисую теперь. Как? Жижа. Готовы? Я это поляси беременная, и она в лесу. Это. А у меня поляси, наверное, во времена, наверное, доисторических людей. Короче, у меня в древности поляси. Ну что, Лена? А у тебя, наверное, в будущем. У меня в далеком-далеком прошлом. Видишь, костер тут. Ты что? Это что такое? Видишь, у меня обычный костер, который из палочек делается, да, а у тебя костер получился каким-то, наверное, инопланетным скорее. Вот. Давай уже снимать эти. Пальчики затекли, да? Ну что, давайте сейчас снимем мы по-быстрому. Напишите в комментариях, кому больше всего понравилось. Какая поляса кому понравилась, да. У кого первобытная лучше? Или... У тебя космическая, да. Будущее. Ну, первобытное, да. Будущее. Будущее это я. А первобытное это Лена. Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки и подписываться на наш канал. А также... Участвовать в конкурсе, ведь у нас все еще тут конкурс на книжку. И еще не забывайте нажимать на колокольчик. Дзынь-дзынь. А конкурс будет вот здесь в подсказке, либо в описании под эти видео. Ну, либо же мы оставим комментарий первый. Так что да, переходите. Вот. И не забывайте писать, у кого поляся получилась лучше. Ну все, всем пока-пока. Пока! Люблю вас! И пишите в комментариях.
Обязательно. Все, пока. У тебя какая-то первобытная. Ну и что? А у меня... Она же оттуда и взялась. У меня такая... Герой, вот реально мифов и легенд. А у меня зато хоть розовая.